Андрей, ну что, привет. Как дела твои? Плохо. Плохо? Ну давай, пожалуйся на жизнь. И, возможно, сделать еще одни фотографии, ладно? И все? Все. Кажется, внизу, да. Не всегда получается дома хорошо чистить, это нормально. Здесь есть уже начальный кариозный процесс. Сейчас мы Андрею тоже покажем, может, это будет дополнительная мотивация сегодня все же почистить зубы. Вот это видишь? Знаешь, что это такое? Микробы. Как надо? Вот только нашей волшебной щеткой. Дома не получится уже. Пробуем, Андрей? Ну, консультация сегодняшняя у доктора, у которого мы второй раз уже за месяц, и идем целенаправленно только сюда и только к этому доктору. Мне, в принципе, было очень понятно, все разъяснили, все показали, все прозрачно, все очень здорово, естественно, будем ходить только сюда, и только ребенка будем водить, ну и я думаю, что я буду в ближайшее время посетителем клиники. И самое главное, что удалось, естественно, моего очень упрямого и упертого ребенка это расположить к себе вот настолько грамотно, быстро, ну действительно какие-то зубные феи, потому что он с удовольствием, там секунду назад ехали в машину, он там с истерикой, да, не хотел. Тут я уже оборачиваюсь, он лежит в кресле разутый, смотрит кино, улыбается. Ну, в общем, все прекрасно.